Привет, друзья, с вами Киборжик, и спасибо всем, кто написал мне и предупредил, что вышли новые сундуки, которые называются Trust of the Benefactor 2016. В них может выпасть любое дерьмо, просто любое дерьмо. Я просматривал там список, там вроде все сеты, что вообще вышли, но кроме этого может выпасть и что-то хорошее. Во-первых, это все арканы. Вот как вы видите, все арканы могут выпасть. Могут выпасть имморталки, могут выпасть разные сеты дополнительные. Может выпасть Dragon Hook. Давно не было сундуков, где может выпасть Dragon Hook. Это, скорее всего, повлияет на его цену. И трубка новая, да. Мозг, который тоже дохера стоит. Черный меч. Короче, меч на Свена. Все супер дорогие вещи, голден вещи. И даже курьеры. Курьеры типа Ice Baby Russian, Lava Baby Russian, которые по двадцатке стоят. Вот щит на Акса. Короче, может выпасть любая очень дорогая вещь. Как вы видите, на торговой площадке оно стоит где-то 3.30. Я купил 10 штук. У меня выпало 3 штуки просто так, не знаю, за что-то далось. И поэтому давайте будем открывать и смотреть. Что же нам выпадет? Первое. Блять. Выпадает сет на Свена. Циклопиан мародер. Короче, мародер циклоп. Боже. Отвечаю, вообще никогда не видел этого сета в игре. Вообще, просто никогда не видел. Не попадался ни мне, ни в обменах, ни в сундуках. Не знаю, нигде. Он, возможно, очень старый. Но хрен его знает, он круто очень выглядит. Тут этот меч, этот шлем. Давайте еще. И сокровищница Immortal Treasure 2. Окей, будет что еще открыть. Следующее. Сет на Луну. Угу, мифический. Из-за кошака. Ну, хотя бы что-то интересненькое выпадает. И Skyras Mag. О, Сларк Дарк Риф Эскейп. Кстати, очень дорогой сет был в свое время, пока еще не повыходили имморталки на Сларка. Помню, долларов 13 стоил. Immortal Treasure 2, еще одна. И еще одна Immortal Treasure 2, да ладно. И еще одна, да сколько можно? Да ёкер, Марио, Гейб, ты чё, хочешь меня скормить этими сокровищницами? Дай мне лучше что-нибудь дорогое. Нет, он мне дает еще одну Immortal Treasure 2. И набор на Earth Spirit. Глебушка был бы рад. Ну, тот, который Йонд. У него и так этот набор. Угу. Сет на Фантом Ассасина. У меня был когда-то такой неплохой сетик довольно. И лол, камоновский набор на Лину, принцесса. Все, ребят, закончились сокровищницы. Просто открыл эти сокровищницы и все. Ничего, как говорится, потратил впустую. Ну чё ж, попробуем открыть Immortal Treasure 2, у нас 6 штук. Возможно, тут нам выпадет еще один сет на Энвокера, почему нет? И крутится. Выпадай сет на инвокера, давай, ты сможешь, я верю в тебя, нет, только шейкер бомбила, землетряс, миранка может, нет, спасибо, водяной, о, крысюк выпал, только на этот раз не с кошкой, лич. Еще один водяной. Зомби, рука. И все, ребятки. Закончились сундуки, ребятки. Просто закончились. В общем, вот так-то. Не повезло мне, ни арканы не выпало, ничего. Но зато вы посмотрели, что это за сундуки и что в них может быть. Естественно, сетик. На Свена я не знаю, но он довольно прикольный, мне нравится. А так,
Когда есть возможность, что тебе выпадет лава Бэби Рошан или ДК Хук, или Аркана та же, это все такое себе, такое себе. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк. С вами был Киборжик. Всем пока. Да, и пребудет с вами сила Свена.